Всем привет, ребят. Ну что, наконец-то есть инфа уже. Появился предпродажа, скажем так, новый герой, недостающий, это Джин. Через 5 дней, фактически, это что у нас получается, в пятницу где-то, он появится уже. Я вам постараюсь заснять видосик. Он будет, насколько я знаю, относиться к мифам. Посмотрим, так это или не так. В любом случае, это интересно. Это недостающий новый боец, который там вроде будет подтягивать героев к себе. Я не смотрел геймплей на него, но посмотрим, что он будет делать действия уже в ближайшую пятницу, вроде так, или четверг. Я, естественно, если его будут продавать, сразу же его получу. Возможно, вытащу из коробочек. И, скорее всего, я сделаю конкурс для вас, чтобы вы могли тоже его получить, если он будет в спецпродаже. Конкурс будет под этим видосиком. То есть, что вы должны сделать? Зарепостить этот видос. То есть, сделать с него репост, поставить лайки, написать в комментах, как с вами связаться, чтобы я в случае вашей победы смог с вами связаться. И как видите, наконец-то я уже добил 6к. Вчера 2 часа еще играл после стрима. Мы на стриме выбивали его. Говорю, выбивали, добивали эти 6к, то плюс, то минус, то плюс, то минус. Потом я психанул, пошел просто в одиночных, уже дотащил героями. В принципе, я так понял, что можно до 500 свободно в одиночных шариться. Это будет лучше, чем играть в тиме, либо создать нормальную тиму там и нафармить 11к без проблем. Вчера, в принципе, мы неплохо вроде играли. Так, поехали. Забираем мегаящик. Конечно же, мне с него ничего не упадет, кроме... А вот такой вот награды, то есть чисто плюшки падают, и не падают ни осколки, ничего, потому что у меня уже все прокачано. Так, окей, с этим мы разобрались. Что там у нас в магазине? Нужно будет позабирать билеты. На локацию, так, ну и я уже показывал бой с боссом, я уже дошел до безумия. В принципе, дошел без спэм. Безумие тоже можно пройти. Надо просто будет, конечно же, взять хороших героев. Так, ребят, сейчас пока бегать не буду. По поводу моего клана, есть клан. Вот, клуб точно так же называется, как и мой ник. Можете кидать заявки, вступать. Я написал, что с 15.02 минималка будет 2500, поэтому я буду кикать. Готовьтесь. Кто не качается, особенно тех, кого нет в сети, они однозначно будут улетать в первую очередь. Вот так вот. Ну, 94, есть еще места, поэтому кидайте заявочки. Но бас — это единственный, кто не будет кикнуть, неважно на какой силе, точнее кубках. Так, поехали, попробуем бой с боссом в рандомчике еще. Поэтому все, что вам надо сделать: лайк, репост, колокольчик, подпись на канал у вас должна быть обязательно, потому что это основные условия. Для тех, кто новенький, не знает, что делать, первый раз на моем канале, подписка, репост, ссылочка, как с вами связаться, где можно посмотреть репост, и в принципе все. Больше ничего такого, скажем так, от вас не требуется. Так, ну что, попробуем. Возьмем обратно Леона. Попробуем Леоном сыграть в рандомчике. Конечно, мне неудобно на компьютере, я привык на планшете. Не то чтобы привык, а там более всего удобно. Он нас раздаст, я не знаю даже, сколько мы там пройдем. Но это пока он не злобный. Вот, посмотрите, по 800 просто
Началось, уже начинает долбить. Также, как видите, падают усиления здесь, но реально все, что мы доходили, там до 100 тысяч, по-моему, добивали его. Потом он там еще жестко усиляется и нереально. Ну, пробуем. Потом он просто тупо с ульты начинает выносить нафиг. Так, вот безумие началось. 1400 уже долбит. Ну, говорят, неплохо здесь Леоном бегать. Кроу тоже неплохо показывает себя. Вот, а теперь он в ярости. Теперь самое интересное будет. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот так вот, ребят. Вроде казалось бы все. Все просто, но теперь он бешеный просто становится. Нереально бешеный. Смотрите, что делает. Это просто нереальное что-то. Просто разносит. Unreal. 183. Вот так вот даже. Ну, я бегаю, конечно, не с планшета, все равно, хоть так, скажем так. Вот так вот, безумие. Возможно, кто-то попроходил на топах, надо, конечно, с десятками поиграть будет, ну, так будет поинтереснее, скажем так. Ну, реально, прикольная локация. Конечно, жалко, нельзя 20 билетов, как в роборубке. Вот в роборубке мне нравится бегать. Давайте попробуем еще спайком. Ну, спайк тут тоже, я думаю, сейчас нас быстро сольют. Более таким составом с булом. Надо бегать дальниками. Так, уйди от меня. Так,
Все. Сейчас мне будет жопа. Да иди нафиг. Ну чё, 48%. Ну, я думаю, вряд ли мы тут что-то сделаем. Потому что Unreal. По крайней мере, таким составом. Ай-яй-яй, сейчас меня чпокнут. Стой, не надо меня убивать. Сволочь, даже не замедляется. 28%. Один остался. Жесть, конечно. Да, конечно, Unreal. Беги, беги, беги. Так, убегай, 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 убегай. Да убегай. Так, хорош. Нормально кактус проскакивает. Давай, давай, давай. 50 тысяч, ребят. Ну, забьем, поставите лайки. 12. Руками, ногами. Блин, 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 беги, беги, беги. Давай, 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 давай. Бляха, муха. 8%. 50, ну... практически. Все, то есть пишите комменты, лайки, репостики и все дела. Ждите нового героя. Всем удачи, всем пока.